Всем привет! Приглашаю вас к просмотру отчета за февраль месяц по совместному проекту «Любящие сердца». У нас, как всегда, много всего интересного, все работы разнообразные, хорошее продвижение. Данный совместный проект мы устроили для того, чтобы улучшить наши взаимоотношения, да и просто тема любви, дружбы и понимания – это всегда очень интересная тема, много интересных сюжетов, которые отображают данную тематику. Я думаю, что позитив всем очень нужен и необходим. Также напомню, что совместный проект продлится до сентября месяца. Можно еще вступить и принять участие. Вся информация в инфобоксе. Приятного просмотра. Юлия Переплетчикова вышивает набор от фирмы Риолис «Материнская любовь» и пишет: появилась малышка и вышилась почти все мамины огненные локоны. Замечательный процесс, уютный сюжет. Замиранием сердца наблюдаю, как прибавляются крестики. И мы видим, как работа выглядела у нас в начале. Это с левой стороны и с правой стороны продвижение. Очень хороший прогресс. Мария Крупенина вышивает набор фирмы «Дом и крафт» 110-204, и мы видим первые крестики, первое продвижение, очень милый сюжет, ждем новых отчетов. Марина Лакиза вышивает в нашем совместном проекте целых два наборчика. Во-первых, это набор «Будь всегда моей», пишет нам Марина, что начала вышивать середины и очень пожалела об этом. Очень неудобно оказалось. Этот набор у меня давно лежит, может поэтому и ниточки, которые мне всегда нравились, что они такие длинные и приятные на ощупь, постоянно рвутся. Удовольствия от этого процесса никакого, но шить обязательно буду. Ну что ж, Марина, надо преодолевать трудности, бывают иногда в наборах такие ситуации, все получится, главное хоть по чуть-чуть, но вышивай. А второй наборчик эта фирма сделает своими руками. Мамино тепло. Размер работы 31x23 сантиметра. Очень хочу отшить этот чудесный дизайн для своей мамы. Действительно очень теплый, милый. Пишет нам Марина. Мамино тепло. Фирмы «Сделай своими руками» – это первый у меня набор от этой фирмы. Схема очень удобная, а вот ниточки в таких неудобных моточках очень непривычны для меня и неудобно. Нитки не рвутся, ложатся ровненько. Я довольна этим наборчиком. Купила его спонтанно, уже подходя к кассе, я его заметила. Даже не успела обдумать, схватила его. Очень милый, интересный сюжет. С удовольствием наблюдаем за отшивом. Алла Красноярская вышивает вот такую парочку. Здесь у нас основа с принтом, ниточки яркие, красивые, дизайн очень известный и очень приятный. Вот такие продвижения есть у Аллы. Татьяна Фетисенко вышивает оригинальный набор фирмы «Золотое руно», «Первая любовь». Пишет нам, что было немного времени на вышивку, но половина листа вышита. Очень радует яркая птичка. Да, замечательное продвижение и сама работа очень теплая и интересная. Ангелина Орлова вышивает набор от фирмы «Золотые ручки. Поцелуй» по мотивам картины Густава Климта. В набор входит канва «Цвагар» 14 каунта, 47 цветов бисера «Прециоса». Размер готовой работы должен получиться 40x46 сантиметров. И пишет нам Ангелина, что она осилила первый лист вышивки. Уже значительный фрагмент второго листа тоже вышит. Не исключено, что к следующему отчету два листа тоже будут уже готовы. Отличное продвижение, работа просто великолепная. Желаем удачи! Вера Сбродова вышивает набор фирмы Joy Sunday с нанесенным принтом на основу. Вот такой вот кафе. Пишет нам, что в феврале месяце вышивала занавеску на окне и хорошо ее продвинула в правую сторону. И перешла вышивать рамку окна и начала вышивать фонарь на левой стороне картины, возле рамки окна. Вышивается легко, крестики ровные, ниточки не путаются. Отличный прогресс, поздравляю. Марина Филиппова вышивает набор от фирмы Риолис «Волки» 40x60 сантиметров. Пишет: «Юлечка, большое спасибо за возможность вышивать в компании рукодельниц, единомышленниц.
Волки от Риоли 40 на 60 сантиметров, 17 цветов, ниточки анкор. Схема легкая, вышивается с удовольствием, несмотря на серую гамму. Вышиваю этот дизайн уже третий раз. Если еще раз кто-то попросит вышивать эту замечательную работу, смогу вышивать по памяти. Пока положено только начало. Месяц был скорее вязальный, чем вышивальный, но надо было закончить вязаные подарки на дни рождения. Ура! Теперь можно заниматься только вышивкой в свободное время. Отличное продвижение! Поздравляем! Татьяна Петрова вышивает оригинальный набор фирмы «Золотое руно». Это по картине Афремова. И вот такие вот первые продвижения. Первый отчет готов. Будем следить за ростом картины. Людмила Хараян вышивает оригинальный набор Dimensions 13721 Аида 14 аккаунта. Готовая работа будет размером 23 на 30 сантиметров. Потихоньку продвигается. Пишет Людмила, что хочет успеть вышить до 7 мая и сделать подарок на день рождения дочери. Мы желаем вам, чтобы у вас обязательно все получилось и вы порадовали вашу дочурку. Светлана Кузнецова пишет: поискав в своих закромах, я поняла, что MP Studio у меня в фаворите, поэтому опять набор от MP Studio на 14-м дизайнерской конве. Размер небольшой, 20 на 30 сантиметров. Здесь неполная зашивка. Мы видим, какие здесь уже сделаны продвижения. Очень нежный и теплый сюжет. Конечно же, будем с удовольствием наблюдать за отшивом. Елена Канева вышивает набор от фирмы Вервака на Аиде, 18 каунт, размер 17 на 24 сантиметра. Вот на таком этапе находится процесс, работа летит, даже несмотря на то, что отшивается на 18 каунте. Невозможно оторваться, да, практически уже готовая работа. Еще чуть-чуть и мы увидим уже полностью завершенную работу, отлично. Ирина Серюгина вышивает большую серьезную работу от фирмы Дом и Крафт, это «Дельфины в океане», и присылает нам отчет. Мы здесь видим, что вышито еще два ряда, пишет нам Ирина, что вышито еще два ряда за этот месяц. Работа, как мы видим, на станке, мы можем любоваться полностью теми продвижениями, которые были сделаны, и видеть, как наслаивается картина. Отличный результат. Татьяна Буркица пишет: «Всем рукодельницам хорошего настроения и быстрой иголочки. За месяц я успела полностью вышить невесту и бэк тоже. Платье у невесты получилось шикарное, дизайнеры его прекрасно проработали. Бэкстич на цветочках тоже был непрост, но я справилась, результатом довольна. Всех вышивальщиц поздравляю с наступлением, с наступившим 8 марта. Пусть весна согреет сердца ласковым своим теплом». Прекрасные продвижения, прекрасные пожелания. Всем удачи! Мария Рыжских вышивает набор фирмы Риолис «Поцелуй». Размер работы 30 на 35 сантиметров. Начала эту работу в марте 2017 года. Надеюсь, в совместном проекте закончить эту прекраснейшую работу, ведь на очереди материнская любовь. Вышито за февраль 4000 крестиков за 9 вышивальных дней февраля. Представляете, своим продвижением довольна очень. Еще бы такие темпы огромные. И работа очень хорошо подросла. Наталья Черменинова пишет: «Здравствуйте, высылаю вам фото для отчета. Работа «Семейное гнездышко» от компании «Чудесная игла». Заменила канву из набора на Лугану, вышивая от середины, то есть на фото центральная часть сюжета. Очень нравится сам сюжет и нитки. Выглядит все ярко и по-весеннему. В первый раз вышиваю набор от этой фирмы. Пока очень довольна результатом». Отличные продвижения. Ирина Соколовская вышивает набор фирмы «Панна Свидание». Размер 23 на 20 сантиметров. Ткань «Линда» и ниточки от фирмы «Гамма». Начато всего несколько крестиков. Есть первое продвижение. Фотография выполнена, как мы видим, еще на зимнем фоне, на снеге. И очень интересно смотрится. Ждем новых отчетов. Светлана Селезнева пишет: «Присоединяюсь с необычным дизайном. Пожелание стрекоз. С любящим сердцем буду вышивать для старшей дочки. Хочу подарить ей на 8 марта. Буклет X and Ox 184 на 120 крестиков.
3/4 креста используются, бэкстич и французские узелочки. Основа мурана 264. Оформить планирую либо в подушку, либо в раму с тканевым паспортом. Пишет Светлана, что стрекоза – насекомое очень древнее, и у разных народов она обладает различной символикой. Мне очень понравилось видение стрекозы китайцами. Оно совпадает с темой нашего СП. Так, по фэн-шуй изображение стрекозы хорошо располагать в детской комнате, в творческой мастерской или в супружеской спальне. Стрекоза дарит вдохновение, способна оживить угасающие чувства или внести в них свежую струю. Кроме того, стрекоза делает одиноких девушек более грациозными, изящными и соблазнительными. Так что всем вышивать стрекоз. А у меня припасен еще один дизайн. Я надеюсь вышить этот дизайн за пару вечеров. Но, как всегда, ничего подобного не случается. Оказалось, что в каждой букве уже, не говоря о стрекозах, есть несколько 3/4 крестика. И каждая буква щедро обводится бэкстичем. Так что закончить за два вечера совсем не получается. Ну, как мы видим, у Светланы все-таки все получилось. Пусть даже не за два вечера, но тем не менее, мы видим уже даже готовое изделие. Вот такая стильная, классная подушка была преподнесена дочери. Поздравляем с итогом. Ливиева и Лиза вышивают в данном совместном проекте набор от фирмы Лукас навсегда. И мы видим первое продвижение. Прекрасные пара лебедей. На удачу и на семейное счастье. Татьяна Муратова вышивает наборчик от фирмы Джусандей «Рука в руке». Вышивается на 14 канве. 10 цветов мулине. Размер работы будет 27 на 21 сантиметр. Вот такой вот старт, и ждем продвижения. Татьяна Демкина вышивает оригинальный набор фирмы Ланарта. Очень интересный дизайн. Есть продвижения, пусть небольшие, но все-таки они есть. Как мы видим, очень много используется здесь цветов, равномерная основа. В общем, ждем, как будет расти работа. Елизавета Фролова вышивает наборчик фирмы Джусандей. Вот такая встреча, очень романтичный дизайн, вышивается на основе с нанесенным принтом, яркие красивые ниточки, старт положим и ждем дальнейшего роста работы. И мой отчет, я вышиваю оригинальный набор фирмы Ланарта, вышивается на тонированной основе равномерного переплетения, очень удобная основа и приятная в работе. Ниточки здесь ДМС, тоже очень хорошего качества, удобно ими работать. Работа продвинулась очень хорошо, всего лишь за несколько вечеров мне удалось вышить то, что вот вы видите. Ну и, конечно же, хочется побольше продвинуть, даже у меня такие есть смелые предположения, может быть, в марте я смогу ее и завершить. Но посмотрим, что получится, в любом случае я рада даже небольшим продвижениям. Ну а на этом у нас все. Напомню, что отчет за март месяц мы выкладываем 1 апреля. Выкладываем в альбом в группе ВКонтакте, там, где мы делали заявочку. И в нашей заявке в комментариях прям добавляем фото и пишем описание, наши впечатления, как отшивалось, какие новости. Ну и все то, чем вы хотите поделиться с нашими зрителями. Всем желаю удачи, шустрой иголочки, до новых встреч, пока-пока.